тигров. На 8 марта подарил мне любимый открытку. За то, что на 23 февраля я подарила ему бритву. За то, что на прошлое 8 марта он подарил мне мишку. За то, что на 23 февраля я подарила ему книжку. На уступки идти никому не хочется. Эта война никогда не закончится. Вперед, девчонки! Девчонка, девчонка, темные ночи. Для начала случай в семье. Доченька, дочь, иди скорее сюда. Ты уже стала совсем взрослой. Я думаю, настало время нам с тобой серьезно поговорить об этом. Мам, ну мы 15 минут назад разговаривали с тобой об этом. Да ну и что? А мама в разводе. Мама ненасытная. Маме надо об этом мам, хотя бы разговаривать. Как ты наговоришься-то, а? Случай на Ленинградке. Вороне как-то Бог послал кусочек сыра. На ель ворона взгромоздилась, позавтракать хотела, а сыр упал, вот. И чё ты не поступила? Чё им ещё надо? Браво! Отлично, браво! Разгар летнего сезона, самолет Москва-Анталия. Уважаемые пассажиры, мы приветствуем вас на борту нашего самолета. Да, мужчина, я вас уважаю. Просим привести спинки кресел. Не курю. Вертикальное положение. Пристегнуть ремни. Руки убери. Не вставать со своих мест, пока не погаснет световое табло. Жена покажет. Спасательные жилеты находятся под вашими сиденьями. Мужчина, не надо сейчас ничего доставать. Запасные выходы находятся в хвостовой, задней. В Турцию. И в боковых частях нашего самолета. Очень сильный. Теперь обратно приделай. Итак, желаем вам приятного полета. Уважаемые пассажиры, с вами говорит командир экипажа. Да не давайте порулить, выйди из кабины! Иногда ссора мамы с дочкой больше напоминает бандитскую разборку. Пришла? Пришла. А чё так поздно? А ты, небось, уже все больницы обзвонила? Обзвонила. Все морги обзвонила? Обзвонила. А мне чё не позвонила? Деньги закончились. А СМС чё не написала? Посмотри на неё. Не умею! Где была? Я же говорила, нас запалит. Чуть-чуть, да что? Побыстрее там. Ну, заплели, на карантин, чтобы вернуться. Тихо! Ну-ка, цыть! Да я с ней поговорю. Мы у меня дома чертежи делали. Вот Юленька хорошая девочка, да? Юленька, я верю. Юленька хорошая девочка. Вообще бесспорно. Девчонки, помните, я тест делала? Ну? Наша договоренность остается в силе? Да, завтра я еду с тобой на дачу. Но у меня условия. Я поеду не одна, с Сережей. Так, ну-ка, отойдем на пару слов. Слушай, а может быть, Сережа возьмет с собой своего папу, и мы как-то... Чего? А мама в разводе! Мама продолжает как-то вертеться и что-то предпринимать! Девочки, я вот 8 марта весь день проревела. Показывали по телевизору фильм «Титаник». А там Ди Каприо. Да-да-да. Такой актер. У нас-то таких нет. Хотя...
холодно. Тебе холодно? Залезай на стол. Спасибо за пиджак. Чё смотришь, да, пиджак? Ты, главное, не молчи. Слышишь, не молчи, пожалуйста, не молчи. Леонардо, давайте я буду рассказывать вам анекдоты. Вы будете смеяться, крутиться, вода вокруг нас нагреется, и мы спасемся. Игорь. Жаль, что рядом нет Макаревича, да? Он-то в дайвинге разбирается, он бы нам помог. Андрей, мне тоже очень холодно, 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 очень холодно, очень холодно. Главное, не отключайтесь, не отключайтесь, слышите, не отключайтесь. Юлий Соломонович, не засыпайте. Главное, не засыпайте. Девочки, я опоздала? Последок. Уважаемое жюри, выставляя оценки за приветствие, помните, что мы бы хотели получить. Но в этой ситуации я...